Проект «Дворовый тренер» набирает обороты. Так, на спортивной площадке гимназии номер 10 областного центра прошла тренировка по футболу. Занятия для детей проводили тренеры Тверской школы Олимпийского резерва. О том, как это было, расскажет Наталья Федорова. Спорт для всех. Именно так можно описать проект «Дворовый тренер», в рамках которого можно заниматься физкультурой прямо в своем дворе. Не нужно заранее записываться или приобретать дорогой инвентарь, стоит лишь прийти на ближайшую площадку и присоединиться к тренировкам. Их расписание можно посмотреть на личной странице ВКонтакте депутата Тверской городской думы Ильи Холодова. Особое внимание, конечно, уделяется детям, которые мечтают заниматься спортом под руководством тренеров. Лето, дети должны проводить время во дворе, должны как можно больше дышать свежим воздухом, и, в принципе, этот проект для этого и создан. Стоит отметить, что дворовый тренер – это не только возможность организации летнего досуга детей, популяризация спорта, но и поддержание хорошего физического здоровья. Движение – это жизнь. А современная наука 101 раз подтвердила различными исследованиями, что как только человек сел, он начал болеть. Соответственно, выносливость, жизнеспособность, дыхание, сердечная система – они все заинтересованы в движении. В Твери востребовано развитие спортивной инфраструктуры, отмечает Илья Холодов. Поэтому проект направлен и на то, чтобы обустраивать площадки, устанавливать новые тренажеры. 8 площадок в этом году у нас во всех районах города Твери, в основном на пришкольных территориях. Тренеры с нашей, соответственно, спортшколы, государственного бюджетного учреждения, Александр Булыгин, вот директор. У нас 4 тренера, которые разбиты на, соответственно, 8 площадок. Тренировки проходят где-то 2 раза в неделю, где-то 3. Занятия планируется проводить до конца летних каникул. По итогам проекта желающие смогут продолжить тренировки в государственных и муниципальных спортивных учреждениях.